видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Видим состав команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Маурисио Исла. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Мехмед Топал.